beautiful, entity, красота и вкусно. I have about 3 pounds of chicken things, boneless and skinless. У меня куриные бедра без костей и кожи, где-то 3 pounds. Rinse and dry. Промыть и просушить. 100 ml of soy sauce. Соевый соус 100 ml. 75 ml of apple cider vinegar. Яблочный уксус 75 ml. Granulated garlic to taste. Чесночная пудра по вкусу. Ginger to taste. Имбирь по вкусу. 1 tablespoon of any starch. 1 столовую ложку любого крахмала. 5 tablespoons of any sugar. This is about 70 grams. I have organic cane sugar. 5 столовых ложек любого сахара. Это где-то 70 грамм. У меня органический тростниковый сахар. Just dissolve the sugar. Только растворить сахар. Enough. Достаточно. Let it cool. Дать возможность остыть. Make a sauce. For this I will mix spicy and sweet sauce. Сделаем соус. Для этого я смешаю острый и сладкий соусы. Mix well. Хорошо перемешать. Pour a little marinade into a separate bowl. В отдельную чашу отлить немного маринада. Авокадо ойл. Can be substituted with olive oil. Масло авокадо можно заменить оливковым маслом. 2 tablespoons. 2 столовые ложки. Mix well. Хорошо перемешать. Leave to marinate for 1 hour. Оставить мариноваться на 1 час. Bake in a preheated oven. Это temperature of 392 Fahrenheit. This is 200 degrees Celsius. About 20 minutes. Выпекать в разогретом духовом шкафу при температуре 392 Fahrenheit. Это 200 градусов Цельсия. Примерно 20 минут. Then brush them with the remaining marinade. And return to the oven for 5 minutes. Затем смазать их оставшимся маринадом и вернуть в духовой шкаф на 5 минут. A tablespoon of sesame seeds. Столовую ложку кунжута. Beautiful and tasty. Красота и вкусно.